Всем привет, с вами мистер Кровь. Сегодня я пройду Балди. Попытаюсь пройти на плохую концовку, то есть побывать в офисе Балди. И Балди я оставлю ссылку в описании на вот эту версию Балди. Я эту версию Балди оставлю в описании. И с модом она. Короче, как же пойти ее? Вот включаем вот это особо без. Вот включаем. Я включу два дополнения, короче, бесконечный бег и чтобы он не убивал. Короче, надо, чтобы я везде неправильно ответил, тогда с маленькой вероятностью можно все-таки найти и попасть туда. Ну, если не повезет, то не повезет, окей. А, стоп, че? Но я могу даже без этого, я могу вот так вот сделать. Вот так, и я буду быстрее ходить. Вот, вот, например, 18. Я и так быстрее буду. А. Очень прикольный мод, на самом деле. Так, сейчас я быстренько попробую собрать. Надеюсь, я быстро очень. Уйди. Ну блин, это здорово. Так вот чё ты сюда припёрлась? Короче, я на себе случай с собой ножницы буду носить и хватит за мной ходить. Миллион! Так, давай, 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 давай. Так, балди, отвали. Тихо, только не коты. А, тьфу, блин, начало. Пока, Балди. Отдохни там на Гавайях. Так, это тоже сон не сон. Здесь у меня два, то есть получается у меня сейчас пять будет. Два, да. Так, еще нужно много ножен собирать, а то эта гадина будет ко мне. Прилипать. Кстати, вот сейчас я играл Балди, короче, мне все-таки получилось у меня на хорошую и на плохую концовку собирать. Первый раз на хороший, а второй раз уже на плохой. Чем же заключается? Чтобы получить такую картинку, надо везде отвечать неправильно. Если ответил правильно, то все. Ну, здесь есть такой вот, я все-таки нашел способ, как получать, делать неправильно. Ой, почему он так быстро? Очень. Ты что, братан? Так, подождите, надо вообще быстро сходить. Не догоняет теперь лошара. Но он быстрый очень. Так, остался один. И что же надо... Мне кажется, вроде надо всегда в обычный выход надо выходить. Ну, то есть, где у нас обычный? Вот он обычный. Понятно. О, ребят, мне повезло. Сразу же сейчас он будет. Все. Отвали, урод. Меня догонят, интересно. Так, ребята, взрывы. Дальше бежим от него. Говно. Так, по-моему, это... Ребята, плохая концовка. Наконец-то плохой конец. То есть вообще изи получить просто.
Совсем. Полторы минуты было, по-моему. Бежит, бежит. Да, я знаю, это конфетка только такой. То есть надо все просто не помнить и купить честно. Хорошую конфетку, ну хорошая, она всегда будет очень хорошая, но если ты хоть раз хочешь правильно и все равно хорошая. Ну, это просто потому что ничего вот. Я не обещаю, и все играю. А, стоп. А, это же не согласен. Давай, братан, догадайся уже. А здесь уже как флеш было, ой, вот это, ну, ты хочешь послушать все это потом, когда придете мне. Так мне интересно делать. А, кстати, я могу сделать так вот. Посмотри, что у нас. Так, давай посмотрим, что там. Сейчас внезапно такая игра вылетает, я такое офигеваю. Ну, не помню. Сейчас мы посмотрим. Мотобукс. Короче, давайте я его еще прибавлю. Чтобы уж вообще быстрым быть. И, ребята, игра вылетела. Фух, реально. Ладно, ребята, я оставляю ссылку и всем пока. А, и подпишитесь на канал, пожалуйста, чтобы я еще одну серию про балды снял.